Хе-хей. Всем привет, всем тем, кто пришел. Хлоу-хлоу-хлоу. Сейчас немножко убавлю музыку, что-то она мне орет. Вот так сбавлю. Вам может не орет, а мне орет. Ну, веселенький такой трек я выбрал, чтобы немножко так сбавить краски, все дела. Ну что ж, надо, пожалуй, начать, потому что уже 31 минута мне показывает, что розыгрыш. Да, уже другая музыка началась, надо переключить. Нет, не то. Нет. Ну вот такую можно, ладно, такую можно, такую можно. Такую можно. Вот так вот оставлю. F3 это, да? F2. О, отлично. Себя вот так еще подсвечу. Давай. Эй. Какой-то рок прям. Жесткий рок начался. Вот так чуть-чуть убавлю. Рок, наверное, даже меня перекликивает, я немного ползунок сбавлю. А так, всем привет, Юлия Сабанчук, Аденей, Влад Гордеев, Олег тоже привет. Дела, да, нормально все, идеально. Сейчас вот будем разыгрывать. Вот по такому музыку, да, вот сама оно, по-моему, кстати, разыгрывать. Всякие такие нищечки. F3. Забыл розыгрыш класс. Да, розыгрыш такой стартовый. То есть в будущем может что-то и будет. Я немножко еще сбавлю, чтобы я себя свои мысли слышал, потому что я не слышу иногда вот свои мысли. Вот. Что сказать? Розыгрыш, да, 4 человека смотрят, отлично. Я решил воспользоваться услугами random.org. Чтобы, потому что в основном через него все идут розыгрыши, в основном ему все доверяют. Я посмотрю так, прежде чем я это, конечно, все устроить, прежде чем объявить о конкурсе и остальном, я посмотрел, грязюк тут была, в основном доверяют чему. Так, что там, не знаю почему, все ноют, что через 6 дней в школу, я иду в 10, ну, 10, но мне пофиг. Ну да, есть такое. Вот, я посмотрел, в основном все через Random.org советуют делать розыгрыши, и мы не будем исключением. У меня есть список, соответственно. Список 15 человек, которые участвуют и в этом конкурсе. Те, кто... скажу по секрету, вот там было два условия, насколько... Три, точнее, условия, извиняюсь, три условия. Сейчас я включу свое видео. Да. Что-то здесь эти какие-то мелкие эти лазят жучки-пучки. Я закончил колледж уже, правда. Как думаешь, выпадет цифра 1? Цифра 1 не знаю, выпадет или нет. То есть у меня вот все эти люди реальные. Я просмотрел, и у них они точнее один человек не состоит, насколько я помню, в группе. Как раз таки номер один. Некоторый человек не состоит в группе. Я не нашел, по крайней мере, подписку, так что я не знаю, будет ли это как бы... Я сейчас пересмотрю еще раз, вот прямо на этом стриме пересмотрю, про условия. Вот. А. Если кто скажет, что я много зарабатываю на этом канале, то я еще раз потом напоминаю, прямо сейчас, зарабатываю очень мало, очень, сверх мало. Так, сейчас я вот где-то здесь я условие, да. Репост нарезки ВК там был, основное условие. Да. А, господи, вот. Все. И не так, а почему 480? Вот, 720. Репост нарезки ВК. Вот было это основное условие. Вот эти и... Естественно, лайк нарезки на YouTube и комментарий участия на YouTube, это были обманки. Серьезно, это была обманка. Просто это была проверка на том, что как среагирует на само это объявление розыгрыша на канале. То есть это своего рода была
Обманка, ну не скажу, что обманка, я скажу, что эти условия проверка на людей, скажем так, а не на ботов каких-нибудь и что-нибудь такое. Вот, так что у меня вот списочек, 15 человек зарепостили. У меня тут, да, есть даже некоторые фавориты, не скрою, которым я бы пожелал, чтобы у них это было. Но все решит рандом.орг, как я и говорил. Поэтому я в прямом сейчас вот вам все это сделаю, только включу какую-нибудь музыку по... О, Crash Bandicoot неплохо, кстати. Так, приветствую также Суэдс и всех тех новых, кто пришел. И лист Randomize. Копирую весь этот список. И я решил вот так сделать, чтобы, короче, три раза рандомлю этот список. Первый раз смотрю, второй раз и третий окончательно. Три раза рандомлю, три раза кручу. Я решил вот так, по крайней мере. Вот. Первый раз. Второй раз. Третий раз. Поздравляю. Шестой. Илья Бажан. Он тут есть даже. Где-то. Шестой у меня. Та-ра-та-та-та-да. Да, три раза я крутанул. И поздравляю, Илья Бажан. Выиграл, собственно, в этом конкурсе 500 рублей. Победитель один был, потому что это первый, так скажем, стартовый конкурс. Следующий я не знаю когда, так что не буду загадывать, иначе потом будете обвинять, что я сказал, обещал, а на самом деле ничего нету. Вот, так что поздравляю Илья Бажана, я его беру, где он у меня, шестой. Пишу победитель. Победитель. Еще бы написал по жизни, но нет. Это было бы немножко стебно. Вот. Все. Я этот файлик сохраняю. И поздравляю, если Илья Бажан сейчас это смотрит. Я тебя поздравляю. Ты выиграл... Не скажу, что легкие 500 рублей, но 500 рублей. Поздравляю. Я бы еще пожал бы руку, но через экран это фиг знает. Я три попытки сделал, и... Это наиболее лучше. Я подумал, что это так и будет лучше. Точнее, не подумал, я даже это сделал. Как, собственно. Так что поздравляю Илья Бажана. Человек, подписка есть, насколько я помню. Где-то была у него тут. Странно. Да, есть. Все. Так что я этого человека поздравляю. Я же говорю, я все просмотрел. Вот. Так что Илья Бажан выиграл. Красавчик, молодец. Кто хочет, еще остается, пусть на стриме. В принципе, может во что-то поиграем. Ой, у меня чат улетел, ёперно. Можно его чуть-чуть сюда вот убрать, пожалуйста. Вот, вот так. Новый раз куплен топчик. Спасибо, спасибо. Так что рандом.орг определил. Три раза я попытки дал. Вон IP и временной код. Надо, кстати, его скопировать. Тоже. Вот это вот. Зачем ты мне список строишь? Так что с Ильей Бажаном я свяжусь. И мы, собственно, ЛС закрыто. ЛС, да, закрыто для тех, кто не в друзьях, кого я не принимал в друзья. Для них закрыто, да. Но я не всех, правда, принимаю в друзья, потому что обычно некоторые просто посидят в друзьях, что-то потом какую-то фигню мне начинают предлагать, и я обычно тех хикаю. Ну и как-то вот так. Так что Илья Бажан, я поздравляю, он выиграл. Красавчик, молодец. Вот. Так что для него два лайка уже. А тем бессмертным.
наверное, такого. Да. Так что Илья Бажанов выиграл. Красавчик, молодец. Не знаю, что еще добавить по тексту. Уже нечего добавить. Random.org, хороший сайт. Все советуют на нем проводить. А, у него закрыто. Ну, постучить в друзья, естественно. И уже там, собственно, свяжусь. Потому что если человек сделал репост, состоит в группе, соответственно, еще и пролайкал, то вот так вот. По поводу того, что сейчас мы можем делать. Да сейчас много чего можно делать. Нарезку, конечно, нет, соответственно. Потому что я не планировал. Вот. Планирую, в принципе, провести такой стрим, даже можно сказать, более разговорный, чем какой-либо другой. Вот. Ну, 13 минут стрим вышел, конечно, не серьезно, так скажу. Можно сейчас попробовать запустить, как его? А я Steam, наверное, включу, да? Я Steam включу, ладно. Я тогда вот так вот сделаю. Я данные свои не хочу палить, серьезно, потому что не хочу. Вот и все. Потому что потом постучатся друзья в Steam и будут сидеть там 500 миллионов человек, не нужных мне. Задержка на стрим, кстати, самая низкая, насколько я... Ой-ой-ой, я код не тот ввожу. Самая низкая. Мой телефон-то где? Нет, смс-ка пришла, просто сейчас. One moment. Все, отлично, я пришел обратно. Музычка. Ну, надеюсь, стрим этот не забанит, в принципе. Да, так, Илья Баженов, красавчик, молодец, выиграл. В первом проводимом стриме. И розыгрыше. Вот так назовем этот стрим, вот такой. 10-12. Может быть, я посмотрю. Да, мало задержек надо светиться. Наименьшее не поставил. Значит, 10-12 секунд. Скорее всего, так. Надо будет следующую в реальном времени поставить. Что-нибудь такое. Чат немного сдвину еще. Так. For Honor я еще вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то не надо. Так, я вот так вот сделаю. Все, отлично. Я убрал некоторую штукенцию. Я не знаю, сейчас Far Hunter, кстати, попробуем. Его тут недавно, его до 27 числа раздают, если кто не в курсе. Вот. Да, я и хочу в него попробовать. Если кто не в курсе, то его до 27 числа еще можно приобрести, в него поиграть. Кстати, надо ввести его здесь, в категориях. For Honor. Я там сюжетку не допрошел, так что мы будем проходить, думаю, сюжетку. Ну, с теми, кто остался еще на этом стриме, потому что в основном все услышали, а не я, ну и закрыли стрим. Типа, выиграли не они, и вот так вот. Вот. Чё хотелось? А, да, я загрузить For Honor хотел, это во-первых. Так, прямую трансляцию YouTube я останавливаю, ой, точнее, вкладку эту закрою, все равно у меня она идет трансляция, я же все равно чат вижу, да, вижу. Отлично. Так вот сделаю. Да, немного сейчас без музыки будет, может, скучновато, но я не думаю, не должно. Сейчас посмотрим, как на стриме будет. Ну, не должно лагать, по сути. For Honor-то у меня оптимизировал, кстати, и нормально там. Настройки я поставил нормальные. Хорошие FT.
троечку надо сейчас нажать будет, как только загрузится. Потому что сейчас я все равно клиент игры. То есть я клиент. А, хотя нет, что, нажму сейчас F3. И нормально будет. Игра в Rocket Legend. Привет, Иван Карнут. Иван Карнут. Или как так, извини, если неправильно назвал. А Rocket League... Леоген или Леоген, не знаю, я тоже не в курсах, но играл, было такое, было. Сейчас For Honor загрузится, надеюсь. Играем мы с джойстика, естественно, соответственно, вот, геймпад, все дела. Геймпад GameSir, но это не реклама, это хороший, нормальный геймпад, лучше, чем Xbox-овский, я вот скажу, но чуть-чуть хуже, чем для PS-ки. То есть, если вот по удобности сравнивать, то на PS-ку, который геймпад, он лучше. Он все равно лучше, увы. Вот. А, надо было охлаждающий элемент включить. Сейчас орать будет, надо в звук убавить. Потому что меня сейчас не будет слышно, а игру будет слышно. Колоски, деревица, фигеница. Это было что-то там, наука, была великая опасность для всего мира, тыры-пыры, и пошел разлом времени, земли и прочего говна. Назовем это так. Ну, посмотрим на заставку, что мне. Меня, по-моему, наверное, не слышно. Нифига. Я её смотрел, так что я все за это знаю. Буду переводить. Дом, что-то. Королевство было что-то уничтожено. Или королевство. Как-то так. Ну, это вот викинги, рыцари и... Ну да, вот сейчас викинги, наоборот. Королевство рыцарей, викингов и самураев, короче. Вот викинг. Ну да, типа пустыня, борьба за выживание, тыры-пыры. Все в этом духе. Вот он хотел... Опа, на крысу не получилось. На крысу-то убить. Вот он огораживает, типа это моя вода, так что это... Уйди-ка ты отсюда в жопу. Она двуручный меч, на секундочку, взяла в одну руку. Двуручный меч. Но это был шанс что-то для мира, тыры-пыры. Но это... Да. Но... Война типа за выживание, все дела. Ну да. Этот конфликт длился тысячелетиями, тыры-пыры в жопе дыры. Как-то вот так вот. Я сейчас чат не вижу, потому что я не чекаю. Я сижу, наблюдаю за офигительным роликом. Да. 2000 лет продолжается война, что-то такое. Как-то так. На, вон. А. Да. Двуручным мечом орудует. Вот самурайские техники мне нравятся. Великая война продолжалась что-то безжалостно, там, тыры-пыры. Да. Перевод, конечно, качественный, ничего не скажу. Но что-то великие герои застыли в веках, что-то такое. Вот с такой позиции, кстати, как она меч держит, еще сложновато будет пробить. Это вот скрытая типа угроза какая-то для мирного существования, тыры-пыры. Как-то так. Что-то... Ну и да. Я Аполлион. А, ну да, это баба, которая... Я...
короче, раздраконил всех и создала великую войну. Как-то так. Ну вот она, менюшка прогружается, отлично. Надо включить этот охладитель, а то у меня без охладителя сейчас работает. Это не есть хорошо. Нажмем бум по барабану. Почему-то. Кстати, здесь в пятерочке и вообще таких магазинах их сети вот продают. Ну, то есть покупаешь какую-то покупку, и тебе дают вот из марвелских таких вот стерки. Вот эти стерки. Вот у меня Человек-муравей, кстати, да. Ништяк. Все дела. Отлично. А, мне бы теперь параметры. Звук. Диалоги ван оставлю. Громкость голоса я чуть-чуть убавлю. Приглушение звука в режиме фона. Все отлично. Нет, звук еще надо чуть-чуть сбавить, думаю. Музыку на троечку, я думаю, убавить. Нормально будет. Опа. Так. Вот. А чё там, я был, ну если что, так, Rocket League, я не мастер English, go, потом сыграем вместе. Ну, не знаю насчет сыграть вместе, но, не знаю, я обычно не играю с подписчиками, потому что либо они оказываются мега-про игроками, либо еще каким-нибудь, озвучка качественная. Ну да, озвучка тут, кстати, английская озвучка мне нравится. Ну вот, мне нравится то, что надо переводить, соответственно. Вот, я что хотел? Я хотел включить... А, ох, температурка-то нагрелась. Ох. Ну, память у меня... Я не знаю, почему он показывает здесь памяти, хотя потом я в саму какую-нибудь... Я, короче, зашел в тестовую эту штучку, программку. Она мне показывает, что у меня память, короче, не полностью, не фу, до 350 МГц, а у меня 2000 МГц стояло. И, то есть, эта программа вам все равно накрутит мегагерц, и я не знаю почему, с чем это связано, вивит. Кстати, надо поставить нормально. Нормально вот так вот. Вот. Я не знаю, почему она накручивает память и все такое. Да и привет, Нерзу, жизнь Нерзу. Да, Warcraft, блин, такие офигенные. Ну, они сразу, кстати, флешбэками накинулись. Да еще, я не киберспортсмен, мне просто нравится играть в игрушки. Да, есть такое, мне тоже нравится, в принципе. Надо чат еще будет чекать. Вот. Надо чат, наверное, как-то все равно чекать будет. For Honor, все дела. Сюжетка, погнали. Надеюсь, нормально, не глю это. Я сейчас хочу это спросить только один вопрос. Не тормозит сам сама игра-то не тормозит? Вот это сама вот эта фигня. В общем, CS:GO нет. CS:GO я не играю без пати. Я уже давно, кстати, не играл без пати нормального. Я в нее немножечко завязал вот так вот. Не тормозит, отлично, все. Тогда мы погнали. Я включу чат. Тогда на этом еще в телефоне попутно буду там и там. Надеюсь, у меня интернет больно не будет расходоваться здесь, вот на этом. И я буду... У меня сейчас уведомление херовая гора. Потому что я зашел с другого аккаунта. Точнее, с того аккаунта, который был тот основной аккаунт, стал не основным. Вот так. Как-то вот так. Сейчас я иду. Вот. Наверное, надо подвинуться немного. Потому что сейчас я еду принесу. Сейчас я прям 2 секунды. И вернусь к вам. Я выключу просто вебку. Сейчас вернусь. Так, я тут. F2 я нажал. Надеюсь, камера...
Камера на месте? На месте. Тебе нравится на секции какие-нибудь ходишь или качок? На секции нет, некогда было все это лето вообще куда-либо ходить, потому что были дела. И все вот такое вот в этом плане. Вот. Я вот этот момент, наверное, стрим вырежу, скорее всего. Тоже нельзя палиться немножко. Вот. А, почему мне интересно опять, кстати, мне надо. В пати. Я тут вообще только по сюжетке прохожусь пока что, и больно-то ничего нету. Холдер, сражаешь столько воительно сил за свободу сынов битвы. Вот так вот. Я буду попутно есть, попутно все это делать. Вот. Потому что я не успел броник-то повесить. Поэтому мы будем... ну да. Так. Я просто смотрю, у меня чат немножко не обновляется и не обновляется одновременно. Сейчас я посмотрю. Но он не тормозит. Так. У меня чат просто перезапустил. Сообщения все те же самые. Так, пассивная прочность уменьшает получение урона. На большое увеличение урона 15 секунд. Пассивное исцеление незначительного здоровья. Тыры-пыры. Вот. Угу. Неотвратимость, регенерация, щит. Ну да, пусть максимально здоровье, быстрое восстановление у меня будет. У меня по стандарту и мне этого хватает, в принципе. По стандарту это норм. Помощь союзнику, все дела. Я знаю, что некоторым не нравится, когда я, когда вообще люди едят во время трансляции, но я просто не успел до этого поесть, потому что хотел провести основную часть стрима, я ее провел, точнее то, что запланировал. Музыка такая тут напрягающая, трындец. Вот, трое человек неплохо. Неплохо. Может, что-то в чат никто не пишет, я понял. Ну ладно, походу потом напишут все. Работа, Сив. Это варварство. Ты снимаешь скальпы? Это не то. Ну да. Я на лясе начал кататься классно. Это чуть круче, чем на футбол ходить. Типа ты познаешь новые места, новые идеи. Ну, ляс, да, это неплохая штучка. Штучка-дрючка, так скажем. Это вот мы, если кто не помнит, вот этот, который хор, хер, не знаю, как правильно. Очень-очень классно. Ну, хорошо, что мы классно, в принципе. Будем ждать твоего сигнала! Ну, классно, ждите, хера. Пойду сам с ней расправлюсь. Чё надо, освободить викингов? Так, ладно. Пойду вначале вот в эту, куда он посмотрел. Еще куда камера направилась. Я просто вот смотрю попутно, как идет стрим. Ну-ка, если я медленно буду идти. Вик. Чё, блин. Так, оглушение воин не видит, куда направлено оружие противника. Так, это стик вверх. Зажать стик вверх и блок. Окей, сейчас попробую. Не бывать этому. Да ты что твою дивизию? Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас тупанул. Вот сейчас было вообще классно. О, классно, надеюсь, если бы я выиграл, то тебя обратно задонатил бы. Сам ты катаешься. Это... на велосипеде, конечно, катался давно, но я в основном пешим предпочитаю передвижение. Это да. И что-то... Я в стойку вроде. Так, это вот так. И... Да я понял, спасибо, спасибо. Спасибо. Не бывать этому. Да чтоб тебя. Если что, я вот за эту компанию ненавижу, потому что здесь какая-то хрень происходит, собачья. Да ты ж, мать твою, зараза.
Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, блин, так. Да, умри нафиг. Добивающий. Да в смысле? Я добивающий нажал, не считается. Фу, сложно, сложно. Да. Смерть, конечно, да. Это жопа. Так, надо исцеление применить. Немножко. Сейчас будем освобождать викингов. Своих сородичей. Освободить-то. Освободить не хочешь? А, вот. Всем. Отлично. Ну, я все, я проверил, не лагает, самое главное. Так, ну это мой союзник, напарник, не знаю, как правильно сказать. Эх! Че, взял? Вы нашли элемент чего? Блин, не успел прочитать. Так, ладно. Че такое? Викингов хранят боги деревьев, бури и камни. For Honor называется. Самураев, вот. Боги огня, Dark Souls. Ветра и я мудрости. Смотрел, я не играл. Рыцари, боги железа, стали и золота. Но сила. Сила нужна всем. Ну да. Да, For Honor она называется, она бесплатно, можешь забрать спокойно. В Steam вводишь, и она бесплатно навсегда в твоей библиотеке. Steam-овская остается. Вон на тот тотем надо посмотреть еще. Чувствую, нам что-нибудь интересное расскажут. Вначале, по-моему, вот здесь что-нибудь, да? Нет? Противников не будет, надеюсь, больше. Мне бы не хотелось опять огрести. Тихо. Это кто сейчас сказал? Это противник! Противник! Ой, я своего лицу топором по лицу дал. Да. Я немножко сгупил. Картошечка с салатиком. Без вот так интересно. И спасибо. Я вот так попутно ем и это. Надо на эту фигню посмотреть. Как на ее. Чем громче слава, тем дольше живет память о викинге. Но их боги требуют делиться славой и со слабейшими. Так, я на секундочку. Так, я тут. F2 нажму. Все, меня видно, надеюсь. Прямой эфир. Все. Так. Все, отлично. Вижу. Так, историю почитали. Отлично. Вот. Вот эту смесь надо взять. Другую еще надо будет взять. И сейчас что такое? Это мост, по-моему, да? Цепь была. Опа. Отлично. Получай по лицу. Ой-ой-ой. Ну, не я его убил, конечно. Ну, не суть. Ну, давай. Ой, опять по лицу дал. Ну, эти легкие противники. Достаточно легкие даже. А, у меня устал, выносливость, собираюсь. На Твиче не знаю, просто если народа. Ёперна. Я это откуда? Освободить пленных. Откуда это?
Надо сейчас вот так вот зайти. Оглушающий удар. ЛТ, Л. Добивающий, наконец-то. На Твиче, не знаю, если народу на Ютубе так мало смотрит, то уж на Твиче тем более. Ой-ой-ой, выдохлись. О-о-о. Ну, тихо-тихо-тихо, назад. Назад, выдохлись немного, кто напор попадает под горячую руку. Да, он вечно что-то лезет тут. Так, погодите, пацаны, я вас освобожу, только полутай немного. Оп, 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 оп. Отлично, мы нашли немного стали. Ой, хорошо. Стали это хорошо. А как игру получить? А просто в Steam заходишь, находишь эту игру и там их получить, в принципе. Там на нее надо нажать. И то ли играть, то ли что-то как так. Чё это? А чё такое? А зачем? И зачем я спустился? Кто-нибудь мне скажет? А, зачем я спустился? Не знаю. Я думаю, это чё-то взаимодействие. О, ещё. Ах, сразу с размаха. Вы нашли ящик с материалами. Отлично. Отлично. Ящик с материалами — это хорошо. Освободить челика. Оп. Ну нафиг. Все отлично. Цель выполнена. Так, сейчас катсценка пойдет немножко. Сив. Так. Сив. Кольнар! А кто это же она? Еще? Ну, а кто еще, действительно? Так и знала! Ну-ка. Сообщение удалено. Интересно. Похоже, это и есть сигнал. Тоже поорём, чё нет. Отличный сигнал, чувствую. А вот теперь мы спустимся, пожалуй. Вон, хоть он на топоре, а не голыми руками, поэтому я удалил. Да? А я думаю, это у меня что-то модераторы могли, кстати. У меня тут модератор работает. Так что вы на него не сердитесь, если он удалит случайно что-нибудь. Так, отлично. Ну, погнали. Новая задача какая? Оттесните противников. А может, пацаны, вот катапульты есть, как бы, не заюзать. Было бы неплохо. Ну, давай. Начался настоящий бой. Вот это я начинаю. Вот это сейчас я буду разносить в щепки. Давай, добивающий. Опа. В доту играете? Доту? Ну, есть такое, да. Пати могу. Если собирать спать, то я играю, естественно. Блин, я своих дубасю. Я сейчас замечу, что своих дубасю. Отлично. Кого? Там ворота. Оу. А вот эта баба суровая. От этого он умрет. Таких. Выходи! Да, что-нибудь такое, да? Хольдар. Ты задолбал баба орать. Хольдар! А вот и мы, собственно. Ну чё, вызывала, мать? Рот тебя шатать. Это не из той оперы, конечно. Ну и чё ты скажешь на это? Ты что, заодно с сынами битвы? Слишком много слов. Ну давай, мать, проверим твой скилл боевой. Ну и мой заодно, если у меня он есть вообще. Медведей было больше, но у сынов был я. Да ты, мать! Это глупо! Yeah.
Думаешь, ты сильнее меня? Ну, ты, походу, сильнее меня сейчас. Если я умру, это будет доказано в 100 пудов. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Никто не сравнится со мной, да, в ратном деле. Вот тварина. Ну, трындец, я просто за таких персонажей не могу. Это жопа какая-то. Начать дуэль. А можно постоять? Ладно. Медведь, я отбиваю. Был я. Меня не одолеть. Да я ж тебя блокирую. Да это трындец. Что такое? Прощайся с жизнью, Хольда. Так, так. Да, что такое? Марс Шампунгунов, спасибо за пожелание и привет. Сложно. Сложно. Непонятно и сложно. Кейс Аниматроникс. Там две части. Вторая часть вышла. Фига. Надо будет. Закончу с тобой. Разберусь со Стигандром. И покончу с ценами битвы. Угу. Я бы сказал, только через мой труп, но. Медведей было больше, но у сынов был я. Да как же ты делаешь? Я не знаю, как ее блокировать. Думаешь, ты сильнее меня? Да ты задолбал, мать. Это глупо. Я почти ее победил, кстати. Но это будет бесконечно, пока я ее не отмудохаю как-нибудь. О, господи. Как тебя убить, мать? Медведей было больше, но у сынов был я. Закончу с тобой, разберусь со Стигандром и покончу с ценами битвы. Тихо, тихо, блочим, отходим. Меня не одолеть. Да ты, мать твою. Добивающий. Яростный бой. Ладно. Всегда горячит кровь. Фу, слабо я ее победил. Это мы на легком такая дичь. А если на сложно поставить, что будет? Я же вообще не побежу ее. Нам предстояло освободить остальных. Стигандр. Стигандр? А, почему это вот так долго? Искали тех, кого не разозлили? Да, счетчик смертей 4. Да, жалко. Конечно, жалко, что мало людей смотрят. Но ничего с этим не поделать. Спасибо, воин. Нет, что. Я надеюсь на тебя, Ярл. Я бы тоже на него, в принципе, как бы понадеялся бы. Чё ты ржёшь? Чё смешного? Ты мне по сердцу. Пожми ему руку, ради приличия. Ну, о, нормально. Братаны. Все дела. Будем теперь вместе мутузиться. Вот оружие выдает. Пора было вернуть то, что наше по праву. И что же наше по праву? Трон викингов? Или как тут у них заведено? Или у них типа, у нас так не принято?
Ну вот как так. Угу. Приемы героя 570, герб фон нашли. Грамма, да? Награда за задание. Награда за задание. О, отличная эффективность. Новый уровень. Отлично. Продолжить. Нажмем. И продолжим дальше сюжетку. Сюжетка довольно, кстати, интригующая, интересная. Нормально такая. Зачет. Вот. Чатик я посмотрю. Чатик у меня вон в телефоне. И мне нормально. Викинги объединились. Угу. Теперь они обратили внимание на нас. Я оставила войска охранять верфи в Валькенхейме. Стигандер, новый ярл викингов, решил отвоевать их. Ух ты. А, Lenovo P2S, что-то там, как-то там дальше. Ну, Lenovo P2, вот прям вводишь и находит именно тот телефон, который у меня, в принципе. А, низкий, средний, высокий, реалистичный. Реалистичный? Это, наверное, вообще жопа. Реалистичный-то это все, это пока, это беда. Ладно, пойду смотреть смешной момент, куплю. Удачи, стрим. Спасибо. Спасибо, Мерзул. И да, удачи. Наши щиты крепки, спасут в любом бою. Клинки остры, выкованы по заветам предков. Тот, кто ведет всех к поражению, не должен быть лидером. Нас зовут вождями. Мы заслужили это имя. Мы щит для народа. Отлично. Реалистичнее. Я вообще тогда умру. На реалистичном это нечто будет проходить. На реалистичном можно потом, после прохождения всех основных вот этих компашек. Кремль. Угу. Надо пассивку включить, мастер парирования. Ну, о, нормально. Неотвратимость. Это о своем. Стиган, все дела. Сейчас будем за вождя играть, в принципе. На телефоне. Ну сейчас нет. А раньше было. Раньше было такое. Так, микрофончик сдвину. Угу. Дерево и сталь. Долго пока что грузится. Да. Сейчас в чате. Ну да. Так, то один, то два человека. Нам нужна это порт, верфь. Да? Нужна верфь. Ну, отличненько. А я слишком долго сидел, сложа руки. Ну, и то верно. Новая задача. Какая? Доберитесь до бокового входа. Окей, доберемся сейчас. И гам, конечно, жопу тут проехал. Вот, да, есть такое дело. Ну, пока что, может, кто-то придет. Не останови натиск. РБ, РБ, РБ. Убьем ее. Фига, он ее Я один в жизни. Ну да, есть такой неостановимый натиск. Ну вот он. Нет, погоди, РБ, ЛТ. А это вот этот неостановимый натиск. А я думал, ой-ой-ой, сейчас бы упасть еще ненароком. Ну давай. Заодина. Заодина. Ой. Черный камень не смог даже восстановить укрепление.
Подождите, я тут сломаю. О, немного стали, это хорошо. Это хорошо. Немного стали для нас. Ну давай. Будем нужно утузить. Было открыть ворота. Быстро! На, обезглавил, к черту мать. Как открыть ворота? Опа. Во-во-во-во-во. Вот и все, пока. О, немного стали, это хорошо. Ну давай, давай-давай. Так, немного выдохлись. И это самое. Передохнуть. Мне бы в чат включить. Чатик. Не умирай, пожалуйста. Вот хочу поехать на 60 км, но 11 есть максимум. Это может так. Опа. А забраться никак? Нет. Что за вход вот этот? Ну-ка. Куда он идет? Никто не хочет. Ну, так вот, да, бывает всегда. Планируешь что-то, и вдруг то либо нет времени, нет желания, и все от этого отталкивается. Опа. Ведь вождь может блокировать атаки с помощью в любом направлении. Ух ты. А вот это полезный навык. Надо открыть ворота. Да нафиг, умрите в задницу. Вот и все. Открываем нафиг. Ой, не, не откроется. Так, надо еще вот здесь обследовать. Ой-ой-ой, чат куда пропал? Не пропадай. Для них это очень много. Ну, для меня это, конечно, тоже многовато, но не скажу, что трындец прям много. Ну, умрите нафиг. Так, я полутаю, пацаны. Нам же не принципиально. Зайти прям сейчас. Ой, для герба. Штукенцы. На нафиг. На нафиг. О, нормально. Угандошили половину этих. И нормально нам. Так, а вот это что за вход? Ну-ка, интересно. Да впустишь, успеешь. Я знаю, что ты должен пустить. Надо же пообследовать все. Куда они не денутся? Он как он там мемеримерема. На маленьком темпе легко едет. На маленьком темпе, да. Но не скажу, что прям легко для человека, который вообще не это, то для него сложно. Я пойду в город помогать. Скоро не скучай тут. Спасибо. Ну, может, кто-то придет еще, посмотрим. Я пока сюжетку пройду. Ох ты, умри. Ой-ой-ой. Воу-воу. Одолею, фигня. Сейчас мы еще зарегенимся по 15 хп и нормально будет. Я не думаю, что это сложно будет. Сейчас зарегенимся чуть-чуть и думаю, нормально. Несложно будет. Чат у меня открыт, по крайней мере. Дара, Багдад, да, Багдад. Согласен, Багдад. Полнейший Багдад. Прицелить можно? Опа. Пока. Пока. Так.
пока. Пока. А куда-нибудь еще? Пока. Пока. Леш попал. Чуть-чуть. Оп. Попал. Да где эти ворота? Так, как выйти из этого? О, отлично. Опа. Давай, спириты, да, спириты. Умрите. Подождите, пацаны, я к вам приду тоже. Сейчас, все будет. Надо в ту башню еще попасть, кстати. Вы нашли ящик материала. Отлично, отлично, отлично. Ящик материала у нас есть. Еще должен один где-то быть. А где может еще один быть? Я не знаю. Где-нибудь, наверное, тут. Не? Тут есть ящик материала. Так, сейчас посмотрим. Я себе не думаю, да? Скорее всего, нету. Ну, сейчас мы тогда вот этих тоже пацанов убьем. Да подождите, пацаны, не орите, не орите. Сейчас до вас очередь тоже дойдет. Не боитесь, все получат по люлям. Ой-ой-ой. Это пока что еще тут горит. Так, это этот арбалет. Так, это ворота. О! Сейчас откроем. Пацаны, подождите. Не тишите. Немного стали. Все, отлично. Теперь можно открывать. Так, открываем, 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 открываем. Убейте! Опа. Да, убейте всех. Надо дойти до баллисты. Ну, мы и так на баллисте. Рыцари было даже жаль. Косоваты немного лучники. Так, двоих я коснул. Да я косой, придется, я тоже косой что-то. Да и джойстик немного прыгнулся, и поэтому скосил. Опа. О, блин, там таймер идет, идти успеет. Отлично. Фу, 19 секунд уложился. Там давалось почти 2 минуты, почти что. Опа. Так, вот эти пацаны лихие. Нека, эй, усомнись! За Одина! За Одина, фига. Женщина. Так, не упасть. Я чуть не упал опять-таки. Где эта тварина? Да погоди, я тут. А, мы же все ящики собрали, точно. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу.
делаю спирт. Как ты задолбал? Воу. Как? Почему у тебя усталость-то? Что? Как он меня взял, убил? Как? Хрен его знает. Что-то какой-то идиот немножко, не? Отлично. Все, пока. Отлично. Да, сложновато. Жопа какая-то. Это не то, что сложно, это жопа. Да, богатая в этот раз добыча. Неплохая добыча. Гарнизонт. Ну, это она специально. Сейчас она же нам рассказывала, эта тетка. А это откуда? Корабли ох, самураев. Их полно на берегу. Ха, оттуда и взяли. Ого. Самураи! Ну и что? Нас в 10 раз больше! И у них был удачный год! Угу. Надо снарядить флот! И на них напасть. Нас ждал поход. Куда? К самураям? Да, викинги реально бесстрашны. Ладно, 12 уровня, отлично. Привет, Илгар Алиев. Вот. Привет. Чё мы? Герб фон взяли, наград, заработную валюту, ящики с материалом всего. На опыт в компании всего. Продолжить. Все, мы продолжим. Сейчас вот прям. Надеясь на легкую добычу, викинги решили атаковать своих соседей, живущих за морем. Земли самураев находились за древним фортом. Викинги считали, что он практически не защищен. Ну и, естественно, поплатились, скорее всего, за это, да? Ну да. Ладно. Я думаю, стоит закончить. На этом стрим. Спасибо тем, кто приходил, тем, кто был. Да, вот розыгрыши у нас, конечно. Что за красная рамка? А, наверное, это другая. Я понял, что за красная рамка. Так, вот это красная рамка, да. И вот так немного уберу. Вот. Да, спасибо. Опа. Что это? А, ну это всегда так, стандарт. F3. Вот, F2. Ой, F3. Вот. Спасибо всем тем, кто приходил, всем тем, кто был. Да, разыграли там, розыгрыш произошел. Поздравляю там победителя, соответственно. И до новых, собственно, стримов, встреч. Увидимся, сослышимся. Не знаю, когда, но когда-нибудь.